Здравствуйте, дорогие зрители! Я сегодня хочу поговорить с вами о такой траве, как иван-чай, и название кипрей. Эту траву очень многие знают, потому что иван-чай настолько уникальная трава, поэтому если где-то в тайге прошел пожар, самое первое заселение гари происходит травой кипреем. То есть она обладает очень мощной живучестью. И вот эта мощная живучесть, она перекладывается на его лечебные свойства. Кипрей прекрасно помогает при воспалительных заболеваниях. Кипрей прекрасно помогает при температурах. Если вот у ребенка температура, вы завариваете траву кипрея, и температура медленно, спокойненько снижается без каких-либо последствий. Об этом не так уж много людей знает, что кипрей – это очень мощная трава для снижения температуры, для снижения воспалительного процесса. Еще интересную такую особенность я могу сказать кипрея. Дело в том, что кипрей спас жизни очень многих людей. Почему? Корни травы кипрея раньше использовались для того, чтобы из нее приготавливали муку и делали хлеб, который заменял хлеб из пшеницы. Поэтому в голодные времена люди очень часто используют траву кипрея для того, чтобы выжить. Ну и в наше время трава кипрея играет огромную роль для выживания человека, для снабжения организма различными витаминами, различными микроэлементами. Поэтому берите эту траву, используйте и потребляйте. Также трава кипрея используется как чай. Вот недаром название у нее «Иван-чай» идет. Потому что раньше в России чая не было, а была вот именно трава «Иван-чай». Она так и называется «Иван-чай». Его ферментизировали листочки и пили как чай. И этот чай прекрасно помогает и тонизирует организм, именно ферментированный. Поэтому пейте кипрей, заваривайте его как средство, которое помогает при оздоровлении. На этом я хочу сказать вам до свидания. Всего хорошего. Будьте здоровы.